Здравствуйте, меня зовут Птицына Екатерина Михайловна. В 2012 году я закончила Московский государственный гуманитарный университет имени Шолохова по специальности преподаватель дошкольной педагогики и психологии. Почему я пошла сюда учиться? Ну, по рекомендациям педагогов, которые здесь работали, в связи с тем, что как бы, очень хороший преподавательский состав, грамотные педагоги. Своим друзьям и знакомым, конечно же, рекомендую, и уже поступила как бы, по моим рекомендациям 4 студента в данный институт. Вы знаете, самое волнительное, наверное, это была первая сессия, да? Потому что думала, что если я не сдам первую сессию, все, я заберу документы и не буду учиться. Но, как показала первая сессия, все даже очень даже лояльно, все спокойно, тихо, комфортно. Знаете, это, наверное, самое важное, когда приходишь в новые стены, когда ты не знаешь людей, как они тебя воспримут. И вообще, наверное, это дает в будущее какой-то толчок. Какая атмосфера в институте? В принципе, могу сказать, что педагоги супер. Лучше педагогов просто нет. И своей дочке тоже в будущем посоветую поступать сюда, потому что она меня очень хорошо рисует. Здесь есть, конечно, дизайнер, прав. Всем спасибо.